Друзья, всем привет, с вами Шара Буллит, и сейчас я буду отвечать на вопросы, которые вы ранее не слышали от меня. Приятного просмотра. Один из счастливых моментов моей жизни, это когда я подписал контракт с UFC. Радость была за себя тех людей, которые рядом были и старались ради этого момента. И когда попал к врачу, и он мне сказал, что я не могу поехать на чемпионат России, испытывал потерь, что все, что я делал, врач мне так все описал, что я не смогу выступать и так далее. Чувствовал, что все, что я делал, считаю, что на смарку. А как справлялся вообще? Близкие люди рядом поддерживали. Только так. Я думаю, самое яркое воспоминание моего детства, это была зима, когда мы праздник был. Такой у нас праздник есть, Уразабайрам, когда ты ходишь с пакетами. И, к сожалению, я тогда заболел очень сильно. И меня не пускали идти с пакетами по соседям, чтобы собрать подарки, конфеты и так далее. И потом, после долгих, я сидел у печи долго, восстанавливался, и меня все-таки выпустили. Я вместе с родителями прошелся по соседям. Страшно. Был один случай, когда я лег на операционный стол, и когда я отходил от наркоза, после получившей травмы, мне сделали операцию, я когда отходил от наркоза, тогда не было моих близких рядом, никого. И тогда было мне страшно за свое будущее. Вера во Всевышнего делает меня счастливым. И семья, которая здорова и счастлива. Наверное, то, что хотел бы изменить в моей жизни, это не совершать прежние ошибки и грехи.